Итак, четвертая часть нашего видео. Сегодня мы поговорим о правильной постановке руки. Первое, что вы должны знать, это как правильно должна лежать тетрадь на столе. Для правшей мы располагаем тетрадь таким образом, как на нашем видео. Мы располагаем тетрадку под наклоном, чтобы получить наклонный почерк. Если располагать тетрадку прямо, то в руке будет создаваться излишнее напряжение. Для левшей тетрадь мы располагаем с наклоном в правую сторону. Итак, второй момент, на который мы должны обратить внимание, это расположение рук. Левая рука лежит на тетрадке. Левая ладонь прижимает тетрадь, чтобы тетрадь не двигалась по парте. Локоть левой руки комфортно лежит на столе. Ни в коем случае он не свисает с парты. Локоть правой руки также комфортно лежит на столе и не свисает. Давайте рассмотрим фотографии детей, сидящих за партой. Когда я хотела скачать с интернета правильное положение ребенка, к сожалению, я не нашла ни одного положения ребенка, сидящего правильно за партой. Тогда я решила показать вам эти фотографии, чтобы рассказать, что именно неправильно в этом положении. Давайте посмотрим на эту фотографию. На этой фотографии видно, что неправильно подобрана парта для ребенка. Она слишком высока для девочки. Как правильно подобрать высоту парты и стула, смотрите в предыдущих видео. Из-за неправильной высоты парты тут девочке приходится наклоняться слишком вперед, чтобы увидеть поверхность своей тетрадки. Она как бы лежит на парте, положив плечики прямо на парту. И голова слишком близко к тетради. Расстояние 30-40 см от глаз до тетради тут не выдержано. Теперь поговорим, что на этой фотографии правильно. Правильно лежит ладошка левая, она держит тетрадку. Также локти обоих рук у нее нормально лежат на парте, не висят. Это правильно. И третья, тетрадка лежит под нормальным наклоном. Вторая фотография. Все то же самое. Мальчик опять же лежит на парте. Ему надо выпрямить спину и плечи за счет подбора правильной парты. Третья фотография. Тут почти все правильно. Но локоть правой руки свисает. Правая рука, пишущая, должна лежать удобно на парте. Также мне кажется по фотографии, что тетрадь не повернута в левую сторону под углом. По-моему, она лежит у него прямо. А мы уже говорили, что тетрадка должна под углом лежать, чтобы почерк получался наклонным и перенапряжение не создавалось в правой кисти. И четвертая фотография, самая похожая на правильное положение. Единственное, что тут тетрадка, вот книжка у мальчика лежит не под углом, он ее положил прямо. Ну и пятая фотография абсолютно правильная, которая была специально создана для обучающих курсов. На ней правильно спина прямая, плечики ровненькие, расстояние от глаз до тетрадки правильное, расположение обеих кистей рук правильное, локти на месте. Все верно. И тетрадка повернута под правильным углом. И третий важный принцип, собственно, положение самой кисти и пальцев ребенка. Как держать правильно ручку? Когда мы держим ручку, указательный и большой пальцы должны быть согнуты и разведены в сторону. А мизинчик и безымянный пальчики должны быть хорошо сжаты. Средний пальчик не должен быть согнут. На видео тут сжала его, потому что упражнение хочу показать. На средний пальчик, на нижнюю фалангу, будет опираться ручка. Поиграйтесь с ребеночком, сделав упражнение. Постучите подушечками пальцев согнутыми, а также повыпрямляйте и посгибайте обратно пальчики. Можно придумать, что это бабочка у вас летит или там лягушка сгибает свои лапки. Ну, чтобы повеселее ребенку было, поиграйте с ним. Верх ручки должен лежать в ямке между большим и указательным пальцем. И направлен смотреть на плечо. Кисть руки с ручкой должна лежать ниже строки, которой вы пишете. Рука должна быть прижата плотно к столу и осуществляться движение не за счет локтя или плеча, а за счет пальцев. Письмо осуществляется за счет движений пальцев и немножко кисти. Большой палец выполняет функцию толкателя, указательный направляет. Ну, грубо говоря, оба пальца толкают ручку в разные стороны. Очень часто большой палец выпрямлен, хотя он должен быть согнут. Когда большой палец прямой у детишек, то письмо осуществляется не за счет движения пальцев, а больше за счет кисти. Это, конечно, нужно поправить. Как это сделать?
Ребенок вообще дети.